Алло, с вами Лео, и я начинаю прохождение игры This War of Mine, то есть моя война. Игра не новая, она была выпущена в 2014 году. И лично во мне от игры это шедевр. Если вы искали хорошее выживание, то ничего этой игры вы лучше найдете. Выбрать свою историю. Павла Бурнмарк, Катя Бруно Павло, чё? Случайный, да? Так, я просто играл, проверял игру. День первый. Единственное, надо прожить вроде бы от 30 до 50 дней. То есть колеблется, сколько здесь будешь проживать. Минуточка, вообще говорят, до 27 дней. Ну, это же свое. Лично мой рекорд это 48 дней я жил. И это приходилось туго жить. Но я справилась тогда. Пробую заново. И у нас... Нет, Бруно вижу. Павла. А это, скорее всего, повстанец. Да, я его еще помню. Да, быстрее. Угу. Сколько времени уже длится эта блокада? Трудно сказать, когда идет борьба за выживание. Город наводнен снайперами. Почти каждую ночь город обстреливается из артиллерии. Телефонная связь не работает. Не хватает еды и лекарств. Многие жители остались без дома. Бруно, Марко были старыми приятелями. Когда началась эта война, они решили лежать вместе. Они встретили Павла, когда искали провизию. Павла короче, все они заблудшие души. Опытный добытчик. Хороший повар. Так, вверх. Ты вниз. Все, погнали все. О, хорошая вещь. Давай ты теперь. Блин, хорошие вещи попадаются. Что там? Сделай пока там инструменты, что ли. Так, сделай там одну лопату. А ты пока это обыщи. Так. Слесарный стол тогда. Поставим его вот здесь. Окей. Так. Ты не открыл? Ладно, ждем. А ты куда? За этим иди. Я так не понял, что дает навык опытный добытчик. Вроде бы по ощущениям сказать, что это просто добавляет. Ну, пожалуй, 20, что ты найдешь полезную добычу. Только от количества до... И все. Ну, в принципе, мне этого хватает. Вообще, ну, вроде пока 22 градуса, довольно тепло. Давай, Брун, хоп. Отлично. И лопату делай. А ты пока разгребай руками, нечего делать. Так, жалко, нельзя время промотать. Да, я знаю, что тут руками так буду очень долго делать, но ничего делать. Лопата намного быстрее. Смотрите, это руками, а это лопатой. То есть сравните скорость. Он рукой только череп выполнил, а лопаты уже больше половины. Потому что руки начали еще раньше работать, Павло. Так. А, да, Бруно. Ну, а хороший повар дает... да, он тратит меньше топлива для приготовления еды. Быстрый бегун, ну, это да, очень понятен. Ты тратишь меньше выносливости на бег. Если так можно сказать. Не, даже так. Ты быстрее бегаешь, да. Вот так лучше сказать. Так, становись. Используй лопату теперь. Так лучше. Также здесь... На самом деле здесь вроде бы 10 персонажей. Катя, она вроде бы... Здесь есть хороший торговец, который торгует более приемлемо. То есть он может получать более приемлемые цены. Также здесь есть, сейчас вспомню, я просто уже не помню, есть тяжеловес, ну, короче, я не помню, как точно назвать навык, но он, получается, там, 18 вещей может с собой нести, но при этом он очень медленно бегает, потому что хромает. И старые люди, бабушка с дедушкой, да и все, типа, кто
там еще есть? Я просто всех не помню. Играла она уже, наверное, месяца 3-4 назад. Ну, это уже не моя проблема лично. Так, кулер не мог построить, жалко. Давайте построим фильтр. Он всегда пригодится. Сколько осталось отмычек? 2. Ага. Значит, Бруно, ты не сиди на месте. Пошел сюда. Надеюсь, что-то будет здесь хорошее. Через две двери. И завал. И... Ну, бинт там много где стоит. Так что довольно неплохо. Вот здесь было какие-то драгоценности, бриллианты. Они здесь почему-то хорошо ценятся так. Хотя, мне кажется, в войне не пишешь, ничего не ценят. Не ценят. Кому здесь нужен бриллиант? Здесь нужен всем еда и лекарства. Еда, вода, лекарства. Это основные проблемы. Ну и отопление зимой. Кстати, мой совет. Если вы начали зимой, стройте премиум обогреватель. Ну, у зимы есть плюс. Очень много снега. А снег просто берешь. О, бриллиантик. Или что это? Драгоценности. Драгоценности, да. Ну, давай завершать. Заброшенный дом. Тихий. Там. Я здесь не хочу ворвать. Вилла это... стоит заброшенным. Тем не менее, можно найти полезные вещи, которые просто им или оставили грабители. Разрушишь. Ну, в принципе, можно обокрасть их. Давайте. Будь оба охранять. А, им ничего не пригодится. Я помню, здесь вроде бы 2 старых человека и 1 мужик. Можно здесь их всех перебить и... А, нет, это другой. Здесь два... Здесь... Это жена, а здесь мужик спит. Вот здесь он спит. Вот дальше идут будет воровство. А он спускается только вот так. Пум-пум. Иногда в холодильник спускается. Помню еще. Давайте мне. Здесь главное не шубить. Если шубить, то прибежит на звук. Иногда он спускается вроде... Там протирать кладовку. Пыль протирать. Вот слава богу, у него так много мест. Она бы должна быть где-то здесь. Так, надо посмотреть. Самое главное, не открыть дверь. А то она сразу позовет мужа. В таких местах темных можно прятаться. Здесь самое главное аккуратно. Сейчас она будет сидеть там. Я уже подзабыл маленько. Все, побежали быстро. Тихо. Сейчас она вроде пойдет на кухню, может пойти. Надо побыстрее. А, плевать. Так, дерево выкинем, вот эти два куска. Еда. Морковь. Отлично. Проходим. Закрываем за собой, а то не будут смотреть. Так, спускаюсь вниз. Так, и здесь что? Ладно, дальше. Отлично. Побыстрее давай. О, самогон. Это вообще отличная вещь. Так, 2 дерева оставим. Сигареты оставим пока что. Ой. Ой, не-не-не-не. Все, она идет за мужем. Нет. Тихо. Сидим здесь. Не шумим.
Ой, вниз. Так. Только не вниз. Иди спать, иди спать. Здесь никого нет. Правильно. Уходим. Бежим. А, отлично. Да, я забыл, сюда надо закрыть свои двери. Сейчас маленькая пойдет мораль группы, что мы крадем. А мне плевать как-то. Это жизнь. Не крадем мы. Мы умрем. Угу. Ну, хорошо бы провела эту ночь. Так, Марко. Что опять? Да-да, как могли это сделать, да, я помню. Зад, не это. Мне это нафиг не нужно. Мне бы печку. Вот. Так, давай что-то еще. Вот. Бруно, молодец. Как достали, не важно. Главное, что у нас есть припас. Все. Ты строишь. Так, Бруно, давай еще раз. Бедный Луи, ну, что собрать, либо они... Вот, правильно. А ты что? А ты как? Ладно, потом. Не, нифига. А ты как ответишь? Вот, вот, здравые люди, все понимают. Либо мы не украдем, мы умрем. Все, все правильно. Жизнь не мила, дряпни самогон. И жизнь будет такая милая. А, отлично. Угу, давайте. 6. Ничего, сейчас все поедят. Ага. Так, Бруно, сейчас ты будешь готов сейчас. Марко. Павлу. Угу. На кровати не хватает, значит, завтра построим. Значит, сейчас пойдет опять Марко. Марко сейчас пойдет, потом Павла будет спать, а Бруно будет... Да, все. Угу. Решили проблему. Давайте где-нибудь доиграем. Ночь и на этом все. Так, давай, давай, давай. И молодец. Так, давай, готовь. У нас север овощи есть. Можно двух приготовить. Как болен. Так, не смей заболевать. Надо еще побольше овощей. Ну ладно. Так, не хватает на кровать. Скажи, что хватает. Ну, пока зима не настанет, будет тепло. Так, давай, ты поешь. И Марка, так как он все это нам добыл. Не хватает. Ну, а ты, Павла, будешь сегодня спать зато. На бетоне, но спать. Может, торговец придет. Ну... Я не знаю, придет или не придет. Ждать или не ждать. Ладно, давайте так. Я залью запись. Если не придет, то мы просто прорвем ночи. Если придет, то я включу запись. Хорошо? Договорились. Жду. Короче, он так и не пришел. Я решил завершить день. Надоело мне ждать его. Так, супермаркет. Разбомбленная школа. Хм. Видно, у нас есть. Давай так, ты... спать, а ты охранять. Давай туда пойдем. Я просто помню, что там этой плера. Вспомнил. В супермаркете там есть два варианта. Либо там мародер, который нас пустят добывать, либо там солдат, который хочет изнасиловать девушку. Если мы мешаемся, то солдат автомат. Он нас убьет. Если у нас не будет оружия, то он нас быстренько прикончит. Я не хочу рисковать. Вот, отлей. Берем все почти что. А, здесь ничего нет, я помню. Там только беженцы. Так что это крыса. А я как говорил, крыса. Не бывает хлама. О, не зря лопату взял. Извините. Без лопат мы тут бы до...
Ну, до часа ночи бы копали. Крыса. Очередная крыса. А, вот здесь люди живут, да. Если узло, есть монтировка, кажется, же напильник. Там у них маленький огород, может стоить овощи. Может, воровство будет. Ну, мне как-то плевать, как я уже говорил. Нифига у нас. Вместите нас, Марко. Я там. Там что-то есть. Ну, решетка. Нафига в школе решетками вопрос? Ладно, наши заботы. Ага, жалко. Хоп. Хип. Ничего нет даже. Спят. Она. Возьмем. Тут есть вроде парень, который коробку охраняет. Из за холодильник, то я. Так как ты и просил, я уже туда положил, смотри, поет или нет. Что там? Ух! Ух! Самогончик еще раз! Выпиши, жизнь станет проще. Это я тебе как друг говорю. О-ла-ла, самогон. Кресло? Даже кресла нет. Это мертвый, что ли? Или мне просто показалось? Пусть мне просто показалось. О, тут дорога что-то полезно быть. Мне смотри, не хватит. Ладно, доски выкладываем. Ладно, открываем. А что внутри? Ладно, бежали к выходу. Хотя погоди. Смона. Лопата. А, ладно, бежали. А перескочить ты не мог? Ладно. Кстати, ставьте лайк, если нравится такая игра. Выходите в виде предложения. Я просто сам буду проходить игру, не зависит от ваших лайков. Ну так я его узнаю, как вам для вас сам, нравится или нет. Так, опа. Юпи. Марк уже в убежище. И мы даже ничего не украли. Отлично. Загрузка уровня. Звучало маленькое зловеще. День третий. Третий день уже играем. Так. Ну, вроде все нормально. Нас напали. Кто-то... Так. Кто-то просто нас грабить, должно быть, они были спутни, чем мы, и они смогли носить с ним говорить. Как же у нас не было оружия. Бруно получил ранение, но грабитель не дает ничего. Бруно? Госп! А, ну легко, тьфу. Ну, о, смотрите. Жизнь наладится, еды много. Медикаментов много. Ну, не ладится, это мелочь. Все, жизнь наладилась, нет. Здесь это буквально мелочь. И вот это все хватит. При удобном расположении. Ну, буквально, ну, максимум на 3 дня. И это все не будет, потому что кормить надо людей как минимум раз в неделю, раз в 2 дня. Голоден, голоден, голоден. Все, пока... завтра я всех уже буду кормить. То есть раз в 2 дня надо всех кормить. Это получается минус 3, 6. Ну, 2 дня этого не будет. Ну, 2, еще 2... Ну, три, я как сказал, 3 дня, и этого не будет. Ну как 3 дня? 6 дней. Ну да, недели этого все хватит. Медикаментов у нас много пока что. Ну, в общем,
Положение улучшивается. Что там? Рыщик по этому району. Ладно, давайте быстро кровать специально для Бруна. Все хотят спать. Без исключения. Плохо спал. Ладно. А если вам понравилось прохождение, а если так, ставьте лайк. А также не забывайте подписываться на мой канал. А это все. С вами был Лео. До новых встреч. Пока.